Привет, друзья! Сегодня 4 ноября 2017 года. Это левый берег Днепропетровска, улица Коруны. В той стороне находится въезд на старый мост. И буквально в 100 метрах от въезда на Амурский мост находится памятник. Памятник коммунарам. Сейчас я вам его покажу. Вот этот памятник. Он был установлен в 1958 году. Сейчас я подойду поближе, покажу вам его и расскажу об этом памятнике. Памятник посвящен революционной борьбе 1917 года. А точнее, погибшим героям Екатеринослава. Открыли его, как я уже говорил, к 40-й годовщине событий в 1958 году на месте братской могилы. Стінна надпись. Тут поховані учасники революційних подій, які загинули за встановлення радянської влади в місті Екатеринославі. Также здесь есть вот такие плиты. На них написаны фамилии. Очень плохо читается. Памятник был задуман как соединяющий образ всех городских революционеров, бесстрашно сражавшихся за свободу в начале 20-го столетия. Здесь объединились тысячи людей самых разных профессий, разных статусов, чтобы вместе бороться за свои права. Именно такими изобразили авторы композиции четырех типов коммунаров – рабочий, матрос, студент и солдат. Все они действуют едино, каждый по-своему, участвуя в общем деле. Сейчас мы попробуем с вами определить, кто есть кто. Ну, вот этот молодой парень, скорее всего, я думаю, это студент. Это солдат. Это рабочий с наганом. И с этой стороны, с гранатой в руке, это матрос. Да, немножко плиточка подпадала здесь. Конструкция выполнена из каменного постамента и чугунных скульптур в человеческий рост. Реставрация проходила в 1975 году. После реставрации добавились надпись на украинском языке. Я вам ее уже читал. Вот она. И уточнились фамилии погибших, захороненных в братской могиле в 1917 году. Ну вот это я вам показывал две братские могилы. Или их можно считать как одна братская могила. Этот район чрезвычайно насыщен братскими могилами, памятники и прочее захоронения. Потому что еще в 50-х это был все частный сектор. И, естественно,
узловая развязочка ЖД наша. Потому это очень выгодный и удобный плацдарм для подступов, на подступах к нашему городу. Также вот этот проспект Воронцова, который соединяет Амурский мост и Центральный мост, так называемый Старый мост и Новый мост. И буквально в 100 метрах отсюда находится еще один памятник, который был отреставрирован в 80-х годах, но об этом памятнике это уже отдельный сюжет. Достоверно известно, что здесь был изначально похоронен и сам Коруна. Но потом, как вы знаете, возможно, из моих репортажей, его прах был перенесен на городское мемориальное кладбище на Октябрьской площади. Там он сейчас захоронен. Все. Теперь вы знаете, где находится памятник коммунарам в нашем городе. А я продвигаюсь, как и сказал ранее, буквально 100 метров вперед по проспекту. И сейчас буду снимать новый памятник для вас. Если вам было интересно, подписывайтесь на мой канал. Ставьте класс. Делитесь им со своими друзьями. С вами был Виталий. Пока. Вот уже вижу новый памятник.